Диагностику сельские жительницы прошли на базе регионального центра женского здоровья «Белая роза». Он открылся в областном центре в середине прошлого года. Однако доступен не для всех сельских жителей. У многих нет возможности добраться до Владимира из района или времени на процедуры. Многие женщины, которые сегодня приехали в клинику, впервые проходят диагностику узких специалистов. Многие из них никогда не делали маммографию, не сдавали анализы на онкоцитологию и так далее, и так далее. Всего в медцентр на автобусе доставили 30 женщин. Среди них Елена Будаева. Когда узнала о возможности бесплатно пройти обследование в медцентре столицы региона, поехать решила, не раздумывая. Конечно, для сельских женщин это большая такая возможность, хорошая, от которой, ну, я думаю, каждый бы согласилась. И узнав об этом, конечно же, я записалась в первых рядах, потому что в областной центр добраться иногда нам очень проблематично. А здесь был предоставлен автобус, то есть мы всей группой приехали в эту замечательную клинику. Всех врачей, гинеколога, маммолога и других женщины прошли за один приезд, то есть в течение дня. После всех необходимых процедур их также коллективно довезли до дома. Все результаты обследования они получат любым доступным для них способом – с помощью электронной почты, по обычной почте, либо лично в руки.